В Улан-Удэ участились случаи наездов на детей. Так, 3 мая вечером на улице Балдынова под колеса седана угодил мальчик 2014 года рождения. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик с травмой был госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительной информации, мальчик перебегал за мячом, который выкатился со двора. Уважаемые водители транспортных средств, Госавтоинспекция Республики Бурятия обращается к вам с просьбой, подъезжая к остановкам общественного транспорта, жилым зонам, снижайте скорость движения, будьте предельно внимательны. Мальчика с многочисленными травмами доставили в отделение реанимации. Ситуация под контролем Министерства здравоохранения Бурятии. В Улан-Удэ подростки подожгли кладбище. Сие деяние попало в объектив очевидцев. На призыв о тушении один рванул на утек, а второй сдал подельника. Как оказалось, огонь охватил лишь мусор и траву. Ущерб не причинен. С родителями ребят сотрудники полиции обещали провести профилактическую беседу. В Тункинском районе сотрудники ГАИ пришли на помощь задыхающейся девушке. К полицейским обратился муж пострадавшей. У супруги наблюдались судороги и затрудненное дыхание. Постовые, долго не размышляя, усадили семейную пару в служебный автомобиль и выдвинулись навстречу вызванной карете скорой помощи. Благодаря своевременной реакции полицейских трагедии удалось избежать. Врачи доставили пациентку в отделение интенсивной терапии.